Буду ехать пару часиков. Ну, окей. Ну просто тут сижу в компании, играю. Почему бы не застрелить? Действительно. Так, большие попробовать, что ли? Ну да. Что у меня там? Сонар. Если ты говоришь оператор, your chosen warframe suits you. Ха-ха. Что там у тебя по сонару? Так, это тишина, это не то, сонар. Радиус 50 метров, множитель урона 9,95, грубо говоря, 10. Ну, у меня 12,9. У меня рассчитан сонар не на один раз, а на несколько. Да. Ну, у меня тоже на несколько. Сонарик. У меня тоже на несколько раз. Адаптация. И все, в принципе. Блин, да, я тебе проще скину билд и все. Смотришь сама. А это у меня еще билд. Это для компашки. А если это вместо усиления, я беру адаптацию. Не знаю, косяк это или нет, но у меня пишет, что у тебя множитель урона опять. Это косяк какой-то, значит. Потому что блин, ни хрена себе, у тебя потребление энергии 77 за раз. У меня там поменьше. Нет, у меня энергия потребления там что-то. У меня энергия потребления там не 70. Ну, по-моему, да, 70. Не показывает, что 75. Что-то энергоэффективность у меня в жопу. Но, извините, у меня зарядку не использовала. Блин. Что могу сказать? Поздравляю. У тебя есть зарядка фуловая. Я, кстати, фуловую еще Димке отдал. Масл. Эх. У меня вот такой вот на сонар билд. Можно будет и в Эксилус еще слот запиндюрить что-нибудь. Ну, ее нужно полярить тогда еще. Есть 5 зарядки. Могу дать. Если поможет чем-то. У меня, чтобы до второго уровня поднять зарядку, нужно 3. Ну давайте 3 дам. Если тебе не жалко будет 3, давай. Я с удовольствием. Давайте 3 дам. Возьму. Леха запускает видео. Лёха, запускай дадзю. Блин, поставишь что ли на большие мерку тут сестрички? Сейчас, секундочку. Вот, 2 секундочки. Эфемерку подняю. Стрим, да. А ты чё, аудио не включил? По жопе дам. Да я решил себе, сучка, подогреть. Вот я еще пизданул, блядь. Раз такое дело, блядь. Приятного аппетита. Спасибо. Или ты еще не ешь? Нет, я еще не ем. Я еще только справился. На будущее приятного аппетита. Спасибо. Чё телефон? Да,
Ой, достижение какое-то на Твиче получила в курсе всех дел. Спасибо. Я не знаю, что это значит, но спасибо. Достижение? Или тебя кто-то написал? Угу. Не, достижение получила. Так, 12:47. Ну да, скоро надо будет подшивать, как раз уже время подходит. А, где там у меня? Даже же. Фу. Я прогрузилась. А тебе, может, что нужно? У меня все есть. Блин, это здорово, когда все есть. Плойки у него нету. Да, плойки нету. Ну, увы, у меня тоже плойки нету, так что дать не могу. Спасибо большое. Да, не за что. В смысле не за что? Как раз таки есть, да, за что. У меня теперь пользуюсь больше шанс того, что энергию получил. Это что, зарядку я дал? Ну, 3 штучки. Святой ты человек. Надо слетать за Эмерка все-таки. Так ты что, еще не слетал, что ли? Да нет, я ж... Я супра залил. Персовочки налил. Куда слетал? Вы уже обменялись? Обменялись. Да. Земля. Титадель. Мод разлома для винтовок. Ништяк. Блин, везет. Мне одни пистолеты пихают. Блин, а мне на плишку какую-то вонючую дали. Да ладно. Уничтожьте нескольких владеющих разумом. Или... Да блин, ночи дождаться. Ночь наступит через 15 минут. Everything in order? Operator, у меня и мэр на пистолете. Хера. I will attempt to bypass this vault. Раз, два, три, четыре, 12 штук. Давайте ваше здоровье. Ну, блин, за добрый день. Я бы тоже по мэрке пооткрывал бы. Is your mod collection in order? No, I am not equipped to feel envy. Так что, все? На этот не идем? Куда? В остальной путь? Да, можно, почему? Только мне нужно через час уходить. Да, часок спокойно постоим. Так, где моя Ганува? Ганува, настало твое время. Ты кем пойдешь? Большим. Я еще хотел попробовать.
Блин, а кого мне тогда взять? Ну ты хилдрин вроде хотел. Не-не-не. Тринити? Хотел взять? Не-не-не. Да тринити, тринити. Не. Я в Нидуса возьму. Давай, Лёха, собирай. Я опять? Ну, ты. Давай я соберу, потому что у меня интернет. Собирай ты. Бить 18 врагом, добивающих приемами с потушим. Сейчас может быть еще одного человечка позовем, подождите. Главное, чтобы зашел. Это на цикле. Спасибо, слышно что ли, да? Микрофон. Ну ты так вкусно кушаешь. Друг, привет. Здорово. Здравствуйте. Короче, один шанс на миллион, Эдик. Один шанс на миллион. Ну, у тебя есть шанс пойти с нами на стальной путь начать. Ну, все. Ходи, давай, седни на меня. И это, если не сложно, включи, пожалуйста, микрофон для стрима. Заранее спасибо. Нет, там в команду нужно зайти и использовать мою аудио. На стриме слышно. Зайти в команду и использовать мою аудио. Там должна галочка стоять. Нет, именно в команду. Наверху там должно быть. Смотри, ты зашел в команду. Зашел, да? Ну, в меню Xbox. Заходишь в команду. Команда и чат. Заходишь в чат нашей команды. И там написано наверху «Использовать мое аудио». Нет такого значит, да? Параметр. А в параметрах есть что-то? Нет, нет, нет. Это в настройках команды, именно заходишь в саму команду, команда и чат, вот где у тебя. Вот выбираешь вот нашу команду и чат, в которой ты сейчас находишься, у тебя будет как бы, игра транслируется, написано, правильно? У тебя просто сразу список нас, а до этого выше нету ничего, да? А знаешь, что я, наверное, почему? Потому что ты не в сети.
Нет, он в сети. Он в сети. Он, скорее всего, не в сети для того, потому кого... что нету друзей. Как этот. Может, как скрытый. Ну, странно, почему он не может включить. Ну ладно, если что, это зайдешь тогда в Twitch. Будешь там говорить. Почему, блин, Саш, почему я за тебя, блин, говорю? Подписывайтесь на канал, блин. Ставьте, отслеживайте. Ну, блин, потому что ты зайчка и пусечка. Да. Да. Блин, было бы еще кому говорить. Меня смотрит вот один человек какой-то. Какой-то. Спасибо ему. Это... величественный человек, если он тебя смотрит. Так, ну что, запускайте, куда там? Пойдем. Пойдем в бездну. Хотели? Пойдем в бездну. А что в бездну? В бездну поинтереснее. Не знаю. По мне самая удобная локация. Ну да, в принципе, нормально, и так все было. На Офелии. Ну, это сугубо лично. Ну, в бездне там хотя бы стоять можно, блин, и на одной позиции. Так и здесь можно. Там еще на улице интересно. The system continues to fall into chaos. Check navigation for active invasions. Ну, пошлите в бездну, вообще пофиг. Какая разница, где умирать? Все, контент пойдет-то. Так, это было в самом начале. Сейчас уже это нихрена, по-моему, не действует. Ну, походу, все, у моей кошки лимит сейчас закончился. Бафа. Я сейчас баф не буду получать. А потом, ой, кошка баф дала, ой, кошка два бафа дала, ни хрена себе, кошка три бафа дала. Господи. Ну, можем прямо здесь стоять. Нахуй его знает. Ладно. Мы здесь стояли. Вот, кстати, на мне сейчас Миса Прайм. А это сандалы? Да, вроде ничего такого. Ну да. Блин, я на нее 8 лет слюни пускала. А у тебя банши в этих, я смотрю, в чулках? Ну да, а чё бы нет-то? В беленьких, обычно в чёрненьких. У меня тоже как бы в чулках. Ну, у меня здесь нету белого цвета вообще. Я очень редко использую для покраски белый и чёрный цвет. Прям очень-очень редко. Он практически у меня не встречается. There's a sanctuary target here, Hunter. I sense it. Track it with the synthesis scanner. Don't let it escape. Mm-hmm.
Prepare for life support. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. Да сейчас они такие. Так, Саш, подожди, пожалуйста. Блядь. Не вставай, не вставай. Подожди, стой на месте. Ага. Delivered another life support capsule. Хотят нам идти. Она послушает, она работает? Да. Он еще какие-то баб дала. Our operative is making progress. This will help our cause. When you are ready, go to extraction. Опа, почему я думала, что именно так и будет? Да ладно, сейчас поебался, видимо. Посылу сейчас не будет. Собрать.
эту залупу. Порой, да? Сколько? Ну, сколько за... За тот? Очень маленький. Да, это только за тот раз, в котором мы стояли, он еще ни разу не упал. Я, короче, копила Ая, когда Локи вышел, купила 100 штук себе этих рельсов на систему, пошла на рельсы открывать рельсы, мне за 5 заходов 5-5 баллов. Ну, я могу не сейчас делать, пожалуйста. Кнопка. Ой, бля. I will reward you should you perform synthesis. Tenno operative just found. They could not do this without you. Thank you.
Yaur's the general, come to scavenge and desecrate this sacred realm. Tenno used the keys, but they are mere trespassers. Only I, Thor, know the true power of the void. It is time. I will teach these trespassers the redemptive power of my Yannis key. They will learn its simple truth. Let it be known, if the Tenno want true salvation, they will lay down their arms and wait for the baptism of my Yannis key. I was cut in half, destroyed, but through its Yannis key, the void called to me. It brought me here, and here I was reborn. Fjord, they cut me down, but still I speak. В принципе, без голоса нормально. Energy, and I cannot be destroyed. Говорю, да, в принципе, можно было микрофон включать. Аргумент. Да не за что, нет. Один благодарю тебя, другой. Да почему он там не пристал, блядь? Я от него убегаю, он там не бежит. Подножка басы давай. Да, я смотрю, блядь. Его сейчас не бьют уже, блядь. Блядь, отстань от меня, блядь. Нет, блядь. Он цепил. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. И в принципе вот так вот стоять можно пить. Блин, надо было лицо. Или кор. Кто тебе не давал? Не знаю. Насчет не вот взять. Он будет все показывать. Ну, дальше по мне вот это местимо самое.
Пушечка эти. Для мобов. И место побегать есть. Да, ну так бывает. Я тоже люблю большие комнаты. Не понимаю вообще людей, которые засядут в одной маленькой комнатушке, в какой-нибудь штаны. И сидят, блин, там до посередине. Я на компьютере играла, бегала в пределах одной комнаты большой, и чувак просто начал кричать, потому что я не стояла в комнате этой маленькой. Вообще там сидят. Смысл туда выбрать? Стоять в одном месте, блядь, откуда ПК-шек, а на кофту же? А вот на компе, кстати, такое убедит. Потому что частенько встречается секунды. Понимаю, в самом начале, когда ты еще пиздец, у тебя, блядь, все на качестве, блядь, тебе говорят, блядь, ты там, блядь, не понимаешь, что это делать. Да, даже если ты качаешься, то равно не можешь. Если, конечно, у тебя, блядь, ни модов, ни оружия, ни хуя. В начале, когда ты, блядь. Да даже в начале можно, довольно неплохо выживать. Поставить Экскальбуру в зону поражения этот энергоэффективность сначала не так тупо где-то можно смысле зону поражения ставил ходишь лепишь и добиваешься я умею. Получается, себе практически на самом старте купила Эйварку, сделала ее на радиус продолжительности и через стрелу очень хорошо выживала. Помню, на второй или третий ранг был, и я, получается, с начальной сканой бегала и Эйварой правила. Я спокойно закрывала заказы 5 уровня на этом. И доволен. Ой, барбос не упал. Life support has been replenished. Ну, я думаю, это рядом барбос. Блин, наверное, надо было красную фотографию пошли. Надо было другую внешку выбрать. А то желтый не знаю там. Да и он на карте помещает. Another life support capsule is now available.
Только одна птица помогает понять, что я еще не выпил из команды. Да, что-то в этот раз не съесть. Потому что мы еще поели, блин, уже все. Саш, давай баф. Ну, Санар. Давай. А, есть, папа. Ой, это ж злой, блядь. Злой, чё ты, блядь. Ещё не возьму подарок. Опять осколок. Еще эссенции, миски до пана выдуваю. Кому че их продать-то? Кто, кстати, из вас кто-нибудь выиграл? Я тоже не стала участвовать, потому что у меня есть 3000 платьев. И что? Участвовать. Пусть новички участвуют. Кому действительно нужна платина. Меня записали. Мне в итоге 300 платьев. 10 тысяч нормально. Выиграл. Это вполне из десятка нормально. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Ганула, ну ты чё? Как с тобой на рейды ходили, ни разу не падала, а тут прям пары ничего. Потому что она со смеху. А чё? А то в колнице его больше? Возможно. Так, блядь, ёбаный гранатомёрщик. Сука. Ну, это такая бешеная жизнь, какая-то. Вот и верно стоит. Придите мобаму, что это, как там называется, огненный шторм. Ладно. Сразу два меня поставил. We'll be right back.
Нет! Нажми на кнопку, получишь результат. Укрохну тебе дружка. Планки перемещаемся еще в одну планку. Ну так, следи, к часу мы уже... Ну и на выходе стоим, блин. Блин, помню, уходила память, были изоляционные хранилища. У меня тогда было на аккаунте дело 200 кристаллов аргона. Давай, бах. Там кошки говорит свои. Почему? Она мне уже дала бах. Ну, это так, что не бафать, да? Да. А можно мне тоже такую небафующую кошку? Блин, мне блесом прилетело. От дробовика. Я кого-то спасла своей пушкой. Да, вроде бы перестал играть в Warframe, так что сейчас вот как-то не очень камильфо. Ну, не сильно обращаю внимание на карту, хотя вроде бы открылась. Поднимай. Конечно. Больше. Пошустрее получится. Забил. Да. Да. Ну ничего, сейчас я добавлю парадокс в мире. Кого добавил? Начнется. Парадокс в мире. Это что такое? А что там будет? Ну, по идее, это должно быть следующее. Ну, что там? Зараженный. А, в следующем году. Это будет открытая локация. А вы не смотрели разве трейлер Парадокса Бивира? Ну, конечно. Я помню, как на Тинаконе позапрошлом, по-моему, показали. Я, блин, просто сидела такая, что? Взрослый оператор? Что? Мертвые даксы на коняшках? Я такая, ааа, господи, это шикарно. Так, сразу скинь на коняшку, блядь. Несколько скинов на коняшку, блядь. Обязательно. Ну, я так понимаю, коняшка будет как средство передвижения. Скорее всего, как кадрайв. Скорее всего, как кадрайв. Ну да, вот получается у нас равнинный недолона был Арчи. С долиной Сфер у нас был кадрайв. Алексей, блядь! Чего? Я их тут специально коплю. Кого? Точку ставь, где не надо. Да ведь, блин, чё, ну это жёстче всего. Вот это же. Мне надо мутацию, блядь, копить. Алло. Да ладно, какая там мутация, коммутация. Взяли всё, блядь, здесь расхуярили. Я вообще никого не убиваю. Так что... Мне чисто для инвиза надо. А чё ты рассказывал? То, что с Долиной Сфер у нас был кадрайв, с Деймосом у нас вот эти вот, блядь, велосходы, а с Парадоксом Бивира у нас будет как раз вот эти вот коняшки. Я уже видела
Так, краем глазочки 3D-модельки, коняшек и таких вот мертвых даксов. Блин. Ой, это пека. Рыбы жили. Да, коняшки. Ну, блин, медики, просто возьми на гугле парадокс Дувири. Я тебе строю скоро там. Я узнал тоже какая-то фишка была с этими коняшками. Да, это очередной, блядь, показывали, как кадрайв. Оператор уезжает в закат на эти коняшки. Пипельцем в руках. Ой, блин. Кадрайв мне тоже нравился. Доклочка. Мерили. Я эти сколько смерти не знаю. В мире можно в новой войне найти на Заримане. На дереве вести в саду. Какую машину? Из парадокса в мире. Там, когда смотришь трейлер, парадокс в мире, там показывают взрослого оператора в металлической маске. И вот эта вот маска висит в новой войне на дереве в саду. Я видел, да. Слушай, тварь. Новая война, да. А парадокс доверия? Да, я на компьютере проходила. А парадокс в мире вот должен пойти в следующем выпуске. Я потратила 8,5 часов. Ну, особо не торопясь разглядывать вот эти приколюшки. Thank you.
Блин, не вижу. Упали умники. The longer you fight, the more successful we will be. До этого болтали, писали. А сейчас просто гробовая. Я играю в гробовую, это пиздец. Что тут еще сказать? А, блядь. А Москва уходит? Ну, не думал, что на небесе, например, не играешь. Да нет. Прям нужно спрашивать, как поработать. Ну, блин, не знаю, я играла за Нидуса, пользовалась теми четырьмя способностями, а ты... я не почувствовала первую. А вот за Эмбер мне там, блядь, приходится задумываться пиздец. Хотя использую по факту только две способности. Если я сейчас тест начну вспоминать, как я там зачела играю, это рейд просто. Я там смысл иногда путаю, особенно когда в рейд хожу. Просто дичь какая-то. Ты
получается, на две комнаты стоим. А какого художника мы на две комнаты стоим? Ну вот. Зритель есть. Илюха? Не знаю. Ну да, такой. Ты уёбывался? Бегать энергии, брат. Как просила. Да, она тоже слушает. Дело теперь охуево вообще. Энергия вообще бы так любила. Из-за того, что видели, конечно. Share in this bounty. Hold out as long as you can.
О, прилетело. Да хуя. По-любому оттуда. Да, наверх. Он хотел на миссию, чтобы не менее начинать. Так нуликом заходишь, вот, да надо что-то либо покрутило, либо близко. Либо чудо близко, которое ты мало. Мало. Нахуй, эти изменения могут делать. Нет, Tenno operative just found. They could not do this without it. Look, Aldous. Что? А у тебя случайно лишнего вала на кару не завалялось? Кара это что у нас? Это вот кару копье. Это радость. О? Винтовка там в виде пистолета. Блять, как его только лизере называли? Ну, мод это на винтовку ставится. Ну, он раньше был посохом, потом копьем. И сначала копьем, потом посохом. Теперь это гарпун. Подали название. Знаю ли, что надо зайти здесь посмотреть, потому что сама понимает, что такое. Так не бум. Ну, смотря как попросить. Уже попросили. Плохо? Я не знаю, как далёк. Мне, кстати, тоже надо смотреть. Хуй за просто. На колени упасть. Это не для меня, значит. Волк, ну это же. Мне долго попадалось, не горелись в парне. Я на Марсе, но уже просто постелилась. Чего? А, да.
Да чё вы вечно до меня, до яблока? Ну, фонарь, ну, блядь, не трогал. Не надо заебаться. Всё, что спать. Будучи мертвой, она кидает на меня не вид. Помню времена, когда раньше занималась наведением собачек, таких пород. Золотой лот прям вообще с руками открывали. Когда белая собачка, золотой лот, просто хуже уходили на чат. Блять, он занялся. Да и сейчас мало кому надо. Я знаю. Но тем не менее, делать-то нечего. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Ты ромашки с ней играл? Положим счет. Когда ты будешь иметь собаку, называется, точнее, выращивать даже. Нельзя использовать. Зовут ни собак, ни кошек. Хотя сейчас, после того, как поменяли эту хрень, я не знаю. Да нет, сейчас. Сейчас бы взять фрота новую на нейтралку, эско, и вот так в бездну пойти на визуальную. И потом бы взять, купить какую-нибудь предыдущую книгу. Прекрасные были времена. Раньше не было разумения, была бездна, на которую нужны были ключи. Раньше в мире не было ключи, и все уходили ключи в тайну. Когда F нажал одну кнопочку, все вокруг умирают. Однокнопочный был эш. Эш, который всех наужимал.
И когда кто-то, блин, это... выбивали какую-то часть, по-любому писали в чат, куплю ее срочно. Куплю твою часть, блин, и все. За столько пришло. Ходила в бездну своими, потому что мне жалко было на рандом в ключике тратить. Я довольно-таки жадна. Запасливая. Помню, как ходили на землю на раскопку фармить, бодрить, выживание спустя. Блин, не помню, что мы уже такие выживания выживали. Мы ходили, выбивали 4 ключика и потом могли 4 раза сходить, а не один ключа. С одного ключика можно было сходить, как я на карту, а не одну. Когда чертежи формулы для тебя было что-то обыденное, или как вау, форма, спасибо, круто. Раньше, форм раньше у меня было тоже дохуя, благодаря бездне, штук 200. Ну, каждый день ходил, ставил по одному, было штук 200 форм у меня всегда, а сейчас из-за того, что формы не так часто падают. Ну, то есть... то есть получается сейчас меньше количества, чем раньше. Чё, ждём этого? Идём? Ждём и пошли на выход. Сейчас, сейчас пишут, форма лежит. Надо будет идти именно в форму падать. Будешь полярить? Да, блин, мне так дохерачивать полярить нужно. Я вот хочу старыми фреймами, которые были давным-давно заброшены, типа Мэр, что там еще. Ну, вот взгляд. Заняться фреймами, которыми хотела бы заняться, но как бы руки не находят. И поэтому... Гаусы, Гирели. Блин, Гаусы делал, Гаусы сейчас же сделал. Потом вот они на месте, где они говорили, объединили, блядь, и пиздец. Вау, кто ужил? Здрасте. Вон, я тут присаживаюсь. Чего квест? Очень плохо слышно. Гирель. Куда не веришь, ты упрешь? Достижение такое, ну, всех ставит нервишек. Ну это вон,
называется Эдди Ивара и Локи там или кем-то из инвизников. Например, ну на эти на миссии на земле. Три, смотри, ты делаешь один раз, потом второй раз заходишь. Так это ж не обязательно за одну миссию сделать. Значит, тебя, значит, обнаружили, ты тревогу поднимаешь. А где они нас хватают? And so we learn the importance of clarity. Бездны дверцы. В бездне тревоги нету. Блин, вторичная безжалостность. Да нахуй мне нужна вторичная безжалостность? Дайте мне вторичную лопаль, заебали. Так, что у меня там со временем? В принципе, можно начинать бушевать. Так. Ну так ты глянешь ствол на кару? Ну конечно. Вепрь. Так, надо смотреть в инвентаре. Да. Основного чертежа нет. Как стояли. Часик. Nora's got the goods for one lucky drink. До этого еще ну, пару мы часов. Мы стояли час. И до этого полтора. А не, мы на 90 ушли, полтора получается. Да. Нету Александра. А нет, есть. Вру. Ну, если не жалко, я с удовольствием что-нибудь поменяю. Тебе нужно что-нибудь? Блять, ну конечно. А вот что не знаю. И вроде все есть. Ну, я почувствовала от кара отдать. Ну, хотите, пожалуйста. Ой. Это какой-то другой дадьё. Все верно. Не я же хост. А, ок. Так, тебе что-нибудь нужно? Ты уже спрашивал. Ну. Да я не знаю, у меня вроде все есть. Ну вот что мне делать? А, чё хуй знает. Без разницы.
Благодарю. Пожалуйста. Родина, мать вас не забудет. Дай бог. Дай бог. Пойти мертвый открыть. Мягкие игрушки можно увеличивать теперь? А сейчас все можно увеличивать. Не, просто раньше нельзя было мягкие игрушки увеличивать. Типа вот какого они есть размеры и все. Система готова. Кальман осталось дождаться через 7 часов, когда будет каркас, поставить застрять пистолет целиком и через... Я, грубо говоря, забрать его и скормить. Опять делать не. Так, билд. Ты же хотел заняться разведением собачек. А, ну да, кстати. Блин, а на пенту случайно ни у кого не завалялся приклад. Ну, на обычную? На кармин. Обычно крафтится сразу. А, блин. Так, что там смотреть приклад надо? Приклад на пенту. Приклад на пенту? Подожди, а что там надо... Уебать, Кузьмич, здорово! Не, у меня тогда приемник есть. Сейчас, подождите, я посмотрю. Пента, что там пента? Кармин, которая? Пентальгин. Да. Праймовской пенты нет. Приклад я тебе могу дать. Я буду весьма сказать. Так, и что там еще на кару надо было, да? А, не, на кару мне лег уже стало. Ну, на пенту, да. Не, на кару нет, у меня только основной чертеж. Смотрел. Да, может быть, релики есть, я не знаю. Да я не сейчас, потому что сейчас я уезжаю. Мне, блядь, сейчас надо... Так, сейчас, подожди, кара, что у нас кара? Собаки, собаки, так, ладно. Кара ствол нужен, да? 5 штук есть. А еще, нет, 6 штук. Да. Нет, я имею в виду релики, релики. Саш, давай приглас, это я тебе дам приклад. Так, ты ж вроде в дозетом сидишь, нет? Нет. Блин, мне что ли теперь лететь? Че? Так, сейчас приклад дам, поеду уже. У нас же такси, насколько я помню, обходят щиты. Да.
спасибо большое. Родина, мать, вас не забудет. Пользуйся здоровьем. Так, все, я убежал. Всем до скорой встречи. Давай. Давай. Так, стрим я, пожалуй.